Специальный холодильник для всех, кто на диете. Уйди, ты худеешь. Отличная фигура. Хотя, постойте, здесь появилась новая складка? Проверим. О нет, огромный лишний сантиметр. И 300 грамм лишнего веса. Мамочки, я жирная. Спокойствие. Я срочно сажусь на диету. Последний прием пищи перед диетой. Какая огромная порция. Я всегда так много ем. Лайфхак. Возьму тарелку побольше. На ней порция окажется в два раза меньше. Вот, я ем как птичка. Ты только посмотри на этот целлюлит. Это жирная катастрофа. Что делать? Эй, используй лайфхак из интернета. Обмотайся пленкой, чтобы быстрее похудеть. Нужно больше пленки. Мотай целиком. Три слоя. Достаточно? Нет. Больше пленки, еще больше. Вот теперь достаточно. Я уже худею. Ты что, пошла кушать? Эй, подожди меня. Кто это жует посреди ночи? Ты ничего не видел. Ради пончика. Давай, еще три подхода. Настоящее испытание для худеющих – это поход в кафе с друзьями. Как пахнет. Я так скучаю по углеводам. Бессердечные, что вы знаете о жизни на диете? Прекратить жевание. Если я сижу на диете, то и вы тоже. Один за всех и все за одного. Отставить мучное? Учитесь наслаждаться брокколи, друзья. А куда пропало печенье? Самая лучшая жидкость – это вода. А где наш чай? Все ясно. Подруга следит за нашей диетой. Ой, смотри, что это там? Это авокадо, твой новый лучший друг. Фух, здесь она меня не найдет. Ошибаешься. Мороженое – это преступление. А огурец – молодец. Кефир? Молодец. Наконец-то ты поддержала меня. Фух, операция по маскировке сосиски прошла успешно. Так, главное не зашуршать. Это что, чипсы? Предатель, отдай их мне. Эй, сколько можно сидеть в туалете? Ты скоро? Что? Вы там вдвоем? И чавкаете? Я чую запах пиццы.
Это диетическая полиция. Немедленно откройте. Для занятий спортом главная правильная мотивация. Хочешь пончик? Заработай его. Ну же, еще километр, и ты догонишь его. Пристегнись, пончик. Поехали. Полезный диетический шопинг. Идите сюда, мои зеленые друзья. Салат. Сельдерей. Это тоже что-то диетическое. Руккола. Брокколи и капуста. Как я ненавижу вас всех. За что? Верните мне мой тортик. Как же хочется есть. Что это? Крошка хлеба. Фу, она прошлогодняя. Растительная диета? Бэ, они пластиковые. О, да, это чудо. Орешек. Какое сокровище. Эй, ты что? Ты должна помочь мне. Скорее, пристегивай сильнее, чтобы я не сбежала. И не реагируй на мой плач. Фух, успели до 6. Дай мне шоколадку. Нет, тебе нельзя есть после 6. А ну выпусти меня сейчас же. Помогите! Меня держат в заложниках. Моя любовь размера XS. Не грусти. Обещаю, мы скоро снова будем вместе. Клянусь калориями. Дотянись до мечты. Еще немного. Давай! Вода лучше, чем пончик, поверь. Главное – баланс. Питание и спорт. Питание и спорт без передышки. Фух, отлично позанималась. Прошли 3 долгих дня диеты. Да, я снова в форме. Ура! Понравились наши скетчи про диету? Тогда пиши в комментариях, как ты следишь за своим весом. Занимаешься спортом, меньше ешь или просишь друзей о помощи? И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые истории из жизни на канале WHOO.